Светлана Лобода опубликовала первое фото своей новорожденной дочери. Популярную исполнительницу засняли в тот момент, когда она кормила малышку грудью. На своей официальной странице в Инстаграм Светлана Лобода поделилась счастьем, она родила второго ребенка. Певица выложила фотографию, на которой запечатлена во время кормления дочери, Светлана без стеснения демонстрирует обнаженную грудь и кроху. «Благодарю тебя за то, что сделал это чудо, возможно, малое сердце», — подписала артистка интимный кадр. Поклонники не обошли вниманием любимицу. «Ура! Поздравляем! Обнимаю! Поздравляю, влюбленный кот! Голубое сердце! Здоровья вам и малышке! Два сердца! Ангелочек! Значок поцелуя! Поздравляю тебя! Счастья и крепкого здоровья малышке! И тебе пусть она растет и радует вас! Влюблен букет! Хлопушка! Воздушный шар! Воздушный шар! Воздушный шар! Воздушный шар! Воздушный шар! Ой, как я вас поздравляю, Светлана! Счастье, счастье! Просто роза-роза! Розы растите большими и здоровыми! Божечки мой, какая лапуся! Здоровья и счастья вам огромного! Красавица! Нравится вы наши, очень люблю ваше творчество, орфография и пунктуация авторов сохранены. Прим, Ред, написали фанаты. Публикация от Лобода. Алое сердце, собака Лобода Official, 25 май 2018, 12 часов 16 минут по часовому поясу PDT. Напомним, Светлана Лобода родила второго ребенка 24 мая в одной из самых престижных клиник Лос-Анджелеса. Вес девочки – 3 килограмма, рост 48 сантиметров. Мама и малышка чувствуют себя отлично. Певица долго не афишировала беременность и выбирала наряды, которые скрывали округлившийся живот. А когда объявила об интересном положении, возникла другая загадка – кто отец ребенка? Ходили слухи, что артистка близка с 57-летним солистом группы Rammstein Тилем Линдеманом. О романе знаменитостей заговорили летом 2017 года, после того, как немецкого музыканта и украинскую певицу заметили вместе на фестивале в Баку.